Всем привет, с вами Евгений, mobiltelefon.ru из Барселоны, и я на стенде Sony. Смотрю на новый планшет Sony Xperia Z4 Tablet. Новинка была представлена сегодня утром. Дисплей IPS, Triluminos, X-Reality, все такое. То есть фирменные примочки компании Sony присутствуют. Фронтальная камера 5 мегапикселей, можете видеть ее над экраном. Задняя камера 8 мегапикселей. Планшет не боится, конечно же, воды. Это фишка Sony, и она ее сохраняет для множества продуктов. По железу. Оперативки 3 гигабайта, внутренняя память 32 гигабайта. Чипсет Snapdragon 810, 8-ядерный. LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, все это здесь, конечно же, есть. И хочу показать вам клавиатуру для этого планшета. Вставляется таким вот образом здесь. Магнитное крепление, не так-то просто вытащить его, держится уверенно. Клавиши. Так закрывается. И так открывается. Вот таким образом выглядит планшет в белом цвете. Подробнее о нем вы можете узнать из нашего предварительного обзора. Читайте его на сайте, смотрите отдельное видео. Ссылки находятся в описании. Спасибо за внимание. С вами был Евгений, mobiltelefon.ru. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, смотрите другие видео. И до свидания.